комплекте у нас здесь лежит шланг. В общем, нам нужно сейчас открутить вот эти 4 болта. Вот. Вставляем декоративные заглушки на место болтов. Включаем. Хлопок белое, цветное, синтетика, микс. Микс 58, то есть разные вещи можно кидать. Шерсть 55. Быстро это для новых вещей, 15 минут. Полоскание отжим, это дополнительно. Просто отжим 12 минут. Самоочистка час 10, это чистит барабан, систему и паром обдает. Деликатная 36. Пуховые вещи час 05, спортивная одежда 58, темное белье час 15, детская 2.10, антиаллергия у нас час 51. Итак, мы ставим сейчас на быструю для первого запуска. Здесь можно выставить температуру, прям 20 градусов поставим, отжим 800-0, нам в принципе надо. Дополнительно у нас дополнительное полоскание и предварительная стирка. В общем, стартую. Стандартный отсек для порошка и кондиционера, но я советую кидать сразу все в барабан. Здесь вот большое расстояние, здесь носки всегда будут собираться, даже вот можно посмотреть. Вон. Минусов также не видно указательный переключатель режимов стирки, поэтому мы его покрасили просто белым лаком. Фильтр на сливной помпе, конечно же, можно почистить. Вот шланг принудительного слива отсутствует. Поэтому хочу сказать, что компания Горение производит надежную технику на протяжении 70 лет в Европе. Поэтому выбор пал именно на эту машинку. Тем более ценовая категория средняя. То есть эти машинки доступны и качество превосходное. Будут вопросы, задавайте в комментариях, а я с вами прощаюсь. Всем пока!